Стартеры и генераторы, аккумуляторы и приводные ремни, моторное масло и антифризы, системы обогрева и охлаждения. Подготовки автотехники к зиме мелочей не бывает. В этом убедился наш корреспондент. Управление транспорта и спецтехники общества «Газпромдобыча на дым» – это недобывающий филиал, но вклад его сотрудников неоценим. Без их участия работа в организации в буквальном смысле встанет. Водитель каждый день выходит в рейс, несмотря на праздники, выходные и погодные условия. А для того, чтобы техника не подводила, проводится сезонное обслуживание. Это комплекс регламентных мероприятий, направленных на подготовку техники к эксплуатации за осенне-зимний период. Это обслуживание системы охлаждения, системы отопления автомобиля, органов, обеспечивающих безопасность движения. Все эти мероприятия направлены на предупреждение безаварийной работы транспорта в зимний период. Работы много, парк очень большой. Транспорт и спецтехника, работающие в Приполярье, требуют особого контроля и внимания. Техника выходит в рейсы не только по городу. Водители общества работают по всему Ямалу и помимо грузовых перевозок совершают еще и пассажирские рейсы. А это особая ответственность. Ни для кого не секрет, что у нас низкая температура окружающего воздуха, поэтому необходимо обращать особое внимание на качественную подготовку системы отопления, радиаторов, системы отопления, охлаждения, отопителей салонов, пусковых подогревателей и непосредственно утепления самих салонов и кабин автомобиля. Регулярное техническое обслуживание проходит и особенные автомобили, работающие на альтернативном виде топлива – природном газе. С каждым годом в обществе таких автомобилей становится больше. Сейчас в мастерских идет модернизация и межсезонная подготовка транспорта с третьим поколением агрегатов, работающих на метане. У нас проводится сезонное обслуживание газового оборудования. В данный момент я снимаю газовый редуктор для того, чтобы установить более новый и современный. После установки редуктора провести соответствующее ТО, то есть проверить на пропускаемость газа, нигде не травит ли газ. Техобслуживание – обязательная процедура в преддверии осенне-зимнего периода. Она назначена всему автопарку общества согласно плану. Ведь легче предупредить неисправность, чем ее устранять. Илья Ткачев, Игорь Заборовский, телевидение общества «Газпромдобыча на дым».